Он захотел меду, наверное. Пришел один улей, ну, разграбил, так сказать. Аккуратно снял крышу с улья, положил под крышник, подушку, все это. А потом уже перевернул улей. Потом я сделал освещение, чтобы, может быть, свет испугает этого медведя, я так подумал. А медведь, наверное, подумал, что мужик молодец, освещение сделал, работать с ульями проще. Снова пришел. Ну и охотоведы с ним разобрались.